Всем привет, всем здрасте, уважаемые любители хороших игр. С вами Сергей, вы на канале The Severus Games. И у нас продолжение нашей истории Горогова. Нашего такого фантастического пазла. Мы остановились как раз вот на этом месте с вами в прошлый раз. Попали в новый город, у нас тут новая локация. Какой-то то ли трамвай, то ли метро. В общем, что-то будет интересное. Давайте продолжим. Так. Ага. Вот оно. Трамвайный путь. Так, депо это мы. Ага. Так, закрыто. Нужно что-то вот здесь открыть. Так, тут у нас чего? Тут у нас кольца какие-то. А может тут обратно надо? Да. У нас теперь есть возможность вернуться обратно. Ой, как красиво. Это он уже как бы... В пожилом возрасте то ли вспоминает, то ли перебирает то, что было до этого. Ага. Ну нет. Все, больше ничего здесь нельзя сделать. Так. Вот, да. Я ж смотрю, голова похожа. А, это монетка. Я думал, поставить надо. Это монетку мы сделали. Поехали. И, в общем, мы куда-то уехали. А это что такое? Железная дорога. И чего это означает? Нам надо вот сюда. Вот символ вам показывается, что нам надо прибыть вот на эту станцию. Это круговая. Здесь если только повернуть, например. А, вот как. Я не туда жму. Ну, то есть, вот эту зону, получается, надо как-то развернуть. Так, здесь больше ничего нельзя сделать. Здесь у нас что? Ага, замок. Лестница. Лестница? Лестница, лестница. А это никакие не ЖД-пути надо поменять случайно? Нет, так, не сюда. Вот. Так. Рука какая-то. Здесь больше ничего нельзя сделать. Дверь открыть нельзя. Тут еще одна лестница есть. Это, скорее всего, будут ЖД путями. Есть возможность уйти наверх. Ага. Вот она. То есть мне нужно попасть сюда. Как-то забрать. Ну, то есть, либо чтобы подошел я туда. Тут у нас больше ничего нет. Так, назад отходим. Так, тут вот еще есть что-то. Это путь. Это какой-то путь.
Убрать мы не можем его. Повернуть, я так понимаю, мы тоже, да, не можем? Так, а если мы еще отодвинемся назад? А, мы не можем. Тоже. К сожалению. Так, ладно. Это что? Это мы уже видели. Можно уйти в бок. Вот он, недостающий элемент. Вот отсюда. Вот, смотрите, как будто вот так. Хоп, и повернул. Ну, тут рука. Вот это сейчас интересно. То есть я катаюсь по кругу, но это неправильно. И я убрать ничего не могу. Ладно, мы знаем, значит, еще одну часть железнодорожной ветки. И все. Прям так и хочется одну поставить на другую. Так, тут еще что-то. Так, это нельзя сделать. Подождите, нитка. Вот она. Вот так. Так, и... Скорее всего, он должен сюда приехать, а потом пойти. Ну, то есть, это какой-то из последних действий. Угу. Так, вот, тут у нас еще есть возможность посмотреть. Ключ. Пирамидка не подходит. А здесь? Нет, здесь вот только этот элемент и все. Вот он. Но я его отсюда даже забрать не могу. Что самое обидное. Так, еще раз заходим внутрь. Дверь. Замок. ЖД-путь. Может, его установить надо куда-то? Главное, фоны-то не двигаются. А если дальше пройти? А мы дальше тоже пройти не можем. Это максимальное приближение. Так, сейчас мы тогда... Знаете, как сделаем? Тоже нельзя. Вот это что-то интересное. Руки, руки. Тут вообще закрыт проезд. Это мы и так знаем. Нет, но это мы не знаем. Где какой элемент пропускаю? И главное же, перестроить нельзя. И на фон уйти нельзя. Тут не отсоединяется. Тут тоже только вот сюда можно. То есть мы приезжаем вот на эту станцию, после чего идем вот туда. Давайте отодвинемся. Можно уйти дальше от маршрута? Или это предельная точка? Я бы вот сюда карту поместил, если честно. Ну вот, я понимаю, что это, но я не могу
это перенести вот сюда. Как бы... Да это понятно, что... А может, на сам надо нажать? Нет? А может, на станцию таким образом можно попасть? Или он так и будет ездить? А, мы должны вот прям направление делать. Все понятно. То есть мы как бы создаем ему путь. Да, все нормально. Я думал, надо по-другому. Ну, сам механизм другой будет. Вот он, да. И мы приехали. Все просто. Я, наоборот, себе усложнил идею в реализации. Оказалось, не надо это делать. Нужно делать напрямую. Вот взял, развернул и все. Отлично. Где он? Вот он. Так. Подожди, не уходи. Вот так это делается. Стена. Две стены, какие-то человечки. Так, тут какой-то... Ой. Ковер. Так, палец, палец, палец вверх. Стойте, подождите. К вот этому никакого отношения не имеет, случайно? Нет, промазал. Так, сейчас подождите, давайте посмотрим. Что-то... Он говорит, надо что-то выбрать. Стена, замок, палец, веревка. Может, вот... Нет, но это понятно, что пальцы. Ты куда ушел? Еще раз. Вот это понятно. Ты же можешь вот сюда подойти? Или мне надо тебе указать направление движения, в котором ты должен пойти? Мы говорим, что тебе надо пойти вот сюда. Да, это просто указываем движение. Убираем пазл. Так, смотрите, вниз направо. Ага. Нет, не так. Убрали. Уходим вот сюда. Перешли. Теперь здесь. Так, ножницы. Может, вот это все-таки?
Слушайте, подождите. Это не так же, да, должно быть? И здесь мы повернуть не можем. Все, это тупик. Да. То есть только либо направо, либо налево. Тут разбитая. Тут тоже нет. Нет, это направление движения. Нам нужно указать, в какую сторону ему пойти. Сейчас мы как бы находимся вот здесь. И перемещаться мы можем только в двух направлениях. А все, тут больше нет ничего. Ну, мы пошли назад, это ясно. Так. Тут лестница. Теперь вот здесь ничего нет. Все, тут уже недоступно. Больше вот эта область, она у нас недоступная получается. А почему ты взять не можешь? Вот прям хочется сюда поставить. Но он уже приехал. Значит, мы использовали. Давайте попробуем. Тут нитка какая-то. А здесь еще ключ есть, но он уже стал недоступен нам. И все, и у нас как бы дальше даже попыток нет ничего сделать. Ага. Это мы обменять не можем. Выбрать мы тоже не можем. Это не под углом. А еще, например, назад отойти никак. То есть три команды. Это не то. Вот, он посмотрел наверх. И куда это надо теперь поставить? Тут как бы тоже это будет неправильно. И вот на этом возникает вполне резонный вопрос. Давайте еще раз перейдем. Куда же его отвезти-то? У меня фантазия начинает заканчиваться. А, стоп. Все. Команда. Вернись назад. И вот сюда. Да. Вот это поворот. Так, все, зашел.
Отошли, зашли внутрь. Вот оно у нас внизу. Ага, дверь. Я маленький, дверь большая. Планеты. Так. Слушайте, подождите, стоп. А, нет, нельзя, далеко. Было бы хорошо, но нет. Так, тут у нас дерево. Картинки. Так, теперь. А картинки? А, то есть он просто показывает. Да. Тут уже так не сделать, как хотел. Первоначально. Есть. Вот такая картинка. Тут больше ничего нельзя сделать. Это кровать. Осьминог. А, вот. Подвинуть можно. Тут я думаю. Да. Мы по-прежнему отдаем команды мальчику. Что-то тебе не понравилось. Давай посмотрим, что тебе не понравилось. Так, убираем наверх. Ух ты! Местами поменялось. Ну-ка. Отлично. Мы поднялись на... Так мы ж поднялись наверх, нет? О, как! А желтая, наверное, снизу будет. Так, ну понятно, что ты задумался. Это разумно. Вот. Только нужно, чтобы ты поднимался теперь наверх. Смотри. Тебе надо теперь идти наверх. Так, не сюда. Вот так. Не-не-не-не, нет. Тебе, значит, надо сначала направо, а потом наверх. Вот оно. Да. Как нет? Еще раз. Нет, я хочу его наверх поднять. Он по-любому должен туда идти. Мы поднимаемся как будто бы наверх, а потом по желтой спускаемся. Мы так переходим, скорее всего. Либо наоборот. Либо поменять местами надо.
Это по аналогии с камушком, который у нас падал. Что-то такое же получается. Вот смотрите. Все, он подумал и пошел вниз. Да, ну вот. Теперь вниз, минус, минус. Так, вот сюда. Вот и все. И мы стали большими заново. Отлично. Ты молодец. Куда зашел? А мне показать, куда зашел? Наверх. Все, мы забрали. Давай, забирай. Вот и все. Мы полностью собрали. Так. Еще назад. Ага, вот он. Вот так. Смотрите, какая красота. А мы видели этот символ. Что-то какие-то ужасы происходят. А вот оно падение. Печально. Давайте мы на этом завершим. Какой у нас какой-то финал грустный получается. Всем большое спасибо. С вами был Сергей Анжи Север. Играйте в хорошие игры, получайте от них удовольствие. Увидимся на продолжении. Всем большое спасибо и всем пока-пока.